может быть, подошли, как обычно в таких случаях говорят. Азмун. Кудряшов. Мяч остается у Ростова. Пас поперек поля. Удар по воротам. Рикошет. Гол! Ну-ба! Роскошный выстрел метров эдак с 30 от эквадорца, который, даже когда возвращался в российскую премьер-лигу, забил гол в такой же важности и с такой же позиции. Мы знаем, как он умеет бить издали. Об этом, наверное, не знали бельгийцы. Браво, 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 Ростов, 1-0, наша команда впереди в таком важном для себя и для всей страны матче. Видели мы ростовских болельщиков, которые ликуют в Брюсселе, но и удар, удар эквадорцы, там был рикошет, но это скорее, ну не скорее, это точно сыграло на руку на Ростову. Да нет, ты знаешь, обошлось без рикошетов, но были рикошеты от газона. И если он пару раз подводил наших футболистов, когда мяч проскальзывал, то здесь он, безусловно, помог. Да, не было рикошета,